Добрый день, уважаемые подписчики, клиенты, друзья. Сегодня к нам с аукциона Японии прибыла Toyota Vitz с объемом 1.3, купленная под заказ для нашей клиентки. 2011 год. Красивый цвет, черный перламутр. Двести девятый номер кузова. Машина очень чистая. Двигатель 1.3, 1 НР, 95 лошадиных сил. Колеса на 14, летние стоят. Комплектация F, не самая простая, но одна из простых. Но зато есть 4 кнопки. И пробег у нас 6063 километра. Очень маленький пробег. Аукционный лист 4 балла. Можете проверить на Алиада по номеру кузова. К сожалению, аукционный лист не сохранился, поэтому здесь у нас компрессор, баллонник и домкрат там под сиденьем. Можно полирнуть кузов, чтобы царапин вообще не было видно. Мелкие тут царапинки есть под полировку. Один НР называется двигатель. Коробка вариатор. 4 цилиндра. Такой двигатель стоит на Toyota Arctis, Axio, Passo и так далее. Передний привод. Цена составила в районе 730-20 тысяч рублей со всеми расходами, включая нашу услугу, которая составляет 30 тысяч рублей. Такой экземпляр пришел. Пробег всего 6 тысяч. Состояние, можно сказать, отличное. Ходовка по техсостоянию. 4 балла, потому что тут по левой или правой стороне крашеные детали были. Аукционик в конце выложу. Вот. Такие машины есть на аукционах, но редко, очень редко, редко выходят. Бывает и с большим пробегом 300-400 тысяч, но такие машины никто не покупает, покупают только перекупы в основном или на авторазбор, авторазборщики. Все, заказывайте, пишите, звоните, друзья, номер везде указан, WhatsApp есть.